Здравствуйте, с вами магазин «База Автозвука». Сегодня мы рассмотрим мультитул от компании «Ганза», модель J302 черного цвета, Black. Поставляется в фирменной упаковке. Вот так вот все красиво запечатано. Внутри у нас есть инструкция и гарантийный талон. Гарантия при покупке 1 год. Имеется вот такой вот чехол нейлоновый. Есть петля для того, чтобы на пояс можно было повесить этот чехол. Он идет на металлической кнопке. Внутри находятся биты. У нас здесь находится 11 бит. Вот. Ну и сам мультитул. Вот такого черного цвета. В сложенном состоянии 10,5 сантиметров его длина. Плоскогубцы с одной стороны также хорошо они сведены, вот так вот выглядят. И давайте пройдемся по дополнительным инструментам. Так, нож, кстати, здесь очень хороший такой вот замок, грубо говоря, на те инструменты, которые в открытом состоянии, то есть закрыть их просто нельзя, нужно вот такой вот замок потянуть вниз. И тогда только закрывается. Так, далее. Открывалка для консервных банок. Так, следующее. Это ножнички. Вот такие вот. И отвертка. Плоская, маленькая, тоненькая. С другой стороны. Пила. Шило. Вот такой вот. Для бит вот такая вот у нас отвертка. Вставляется переходник. Он на магните. И с другой стороны также магнит имеется для самих бит. То есть вот такая вот отвертка получается. Ну и еще есть нож. Вот такой вот с рифленой поверхностью. Вот такой вот мультитул. Дополнительные характеристики и стоимость такого устройства вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.